Приветствую всех, с вами Сенсей. Хочу сегодня рассказать, что AMD анонсировал новую версию 7920 или 7900 XTX. Хочу сравнить, поговорить об этом, что она собой представляет. Война миров, видеокарт от красных и зеленых. И, по-моему, красные в этот раз обскакали зеленых и поставили их на колени. Давайте посмотрим. Это мое личное мнение. Значит, до этого, вот мой канал, до этого я, значит, рассказывал. Здесь NVIDIA представила 4000-ю версию свою. А теперь поговорим об этом. Как красные обскакали зеленых. Давайте, значит, начнем. Значит, характеристики красных у вас на экране. Сейчас я еще немножко прибавлю. Давайте посмотрим, значит, 2,5 ГГц, 2,4. Это младшая модель. Это младшая модель. По-моему, она слабже вот этой на 1,2 раза. Вот эта модель, она мощнее старой модели в 1,6 раза. То есть на 50-70% она быстрее, чем старая модель. Ну, я сейчас вам все покажу. Значит, вот шина. Здесь шина поменьше. Кэш. Давайте посмотрим. Теперь сейчас сравним. Значит, цена $1000. Эта карта очень мощная. $1000 всего. $1000. Это $900. А вы знаете, что зеленые отказались от своей тухлой версии 4080, 12-гиговые. Вот, скорее всего, они и отказались поэтому. Потому что эта карта как раз и дотягивает до 4080. А вот это еще быстрее. То есть, я хочу сказать, что просчитались. Зеленые-то пожадничали. Давайте сейчас вторую посмотрим. Это NVIDIA 4090. Кстати, я подрезал. Но это 4090. Вот смотрите. $1500. $1600. 4090. Запомните цену. Значит, гигагерцы почти то же самое. Шина такая же. 24 там, по-моему, тоже 24. Потребление, посмотрите. Извините меня. У меня 2К. У меня под любым видео есть железки. Там вкладка еще, вы можете посмотреть. Я плачу 900 000 рублей в месяц за свет. 450 ватт. Блок питания, посмотрите. Вы знаете, сколько сейчас стоит блок питания? Мы сейчас еще об этом поговорим. И еще раз, значит, RTX. 300 ватт, 350 ватт. То есть на 100 ватт. На 100 ватт. Потребление. Вы представляете? То есть вы уже сразу экономите на блоке питания. По максимуму, как говорится. Сейчас мы затронем это как DLSS 3.0. Скажите мне, зачем DLSS 3.0 для этих карт, которые стоят 1000 и 1500? 8К, ну, я не знаю, за редким исключением где-то что-то, чего-то есть. В 2К эти карты показывают себя просто превосходно. Сейчас мы все посмотрим. Значит, вот такие характеристики вы можете потом перемотать, посмотреть еще раз. Значит, от красных вот эта новая карта 3X или TXTX. Она быстрее предыдущей карты на 50-70%, то есть 1,6. А NVIDIA 4090 быстрее той карты. Сейчас мы посмотрим. На 1,8. 1,6 и 1,8. Это почти вообще ничего. Вот смотрите, вот предыдущий, вот это и вот эту вот карту, да? Вот мы их сейчас две будем смотреть. Да, здесь смотрите, сразу прет гиперпанки. Там, где нагрузка, она сразу лупит. Видите как? При нагрузке. Кстати. А, вот у меня параметр-то здесь. 2К. Это мы смотрим 4К. Вот смотрите, 4К.
сколько FPS? 71-47. 71 в 2К. Ой, в 4К. Карта стоит 1,5 рубля баксов, ребята. 1,5 рубля баксов. Ну, это не круто ли, блин? 1,5 рубля. Это, по-моему, чересчур круто. Сейчас я хотел вам показать тесты, где вот они у меня. Вот, давайте тесты посмотрим. Ну, вот теперь Watch Dog в 2К. Вот, смотрите. Это новые тесты. Вот, пожалуйста, вам. Смотрите. Разница в 10 кадров. Если мы бы сидели бы на коленках, то есть, я хочу сказать, приблизительно в районе 40-30, 10 кадров, это много. 40-60, да, тоже разница есть. 60-50, да, кто-то почувствует разницу. Я 40 и 50 не чувствую. Ой, 60 и 50 не чувствую. А вот 40-60, да, есть разница. Вот 10 кадров, посмотрите на. Вот они почти равны. И эти почти равны. Одна стоит $1,600, другая $999. Ну, пусть будет $1,000. Плевок зеленым прям в лицо. Да вы что хотите, включайте. Мне здесь DLS этот третий, мне без надобности в этой карте в 4К, она мне не нужен, этот DLSS. Без надобности. Гиперпарк, вон смотрите на. Вот вам тесты. Ну что сейчас зеленым делать? Надо ронять цену. Это кто будет ее брать за 1,5 рубля? Да, я всю жизнь сижу на зеленых. Мне это нравится. Есть там всякие примочки и так далее. Но извините меня, если я перейду на 4К, я возьму, конечно, красных. Я всю жизнь сижу на зеленых, но возьму красных. Почему? Потому что DLSS я использовать не буду. У меня и так будет все нормально. Она мне без надобности. И я буду сидеть на ней, чем 1,5 рубля платить. Вот такой развод от зеленых. И вот такой скачок от красных. Вот они дождались. В декабре красные это представили сейчас ее. Вот вам метро, пожалуйста, кривая эта дрянь. Кто вообще эти тесты смотрит, метро? Это кривой движок, искривляющийся. Она до сих пор не допилена, я ее в нее играл, и артефакты валят. Ни одна игра мне артефакт не дает. Только метро. Уродливые обезьяне мошонка. И тестирует все это метро. Кривой, кривой движок. Все сделано на коленке. Как вообще такие игры ставить, я не знаю. Вот игры сделаны, эти Call Duty. Да, они прилично сделаны. Ну что, вот это разве даст, вот, чем больше FPS? Ну, я не знаю, для меня это вообще не разница, по большому счету. Вот такие дела. Вот такая вот сейчас обстановка в мире. Война миров. И 4090 ушла... Не бытия, как говорится. А вот это вот, я думаю, что она будет наравне именно на 4080. Будет наравне. 20 гиговые, видите? А там у нас 16 и 12 гигов. А они почти ровные. Да, ну пусть будет 10 кадров там разница. Ну вы какую возьмете? Вы возьмете эту. Потому что там мы смотрели сейчас, кадров предостаточно в 4К, там 60-70 пусть, ну будет 50... 40, думаю, что будет достаточно. Почему бы нет? Возможен, там нужен будет DLSS. Возможно. Конечно, тогда 40-80 лучше взять за 1000, да? Чем за 900 взять вот эту вот. Там 800 с чем-то, да, мы смотрели. Тогда я именно буду ссылаться на 40-80, а не на эту карту. Ну, здесь разница минимальная, минимальная разница. 100 баксов разница, 100, сколько там, 110, что ли, сколько баксов там? 900, $100, да? Ну, лучше подкопить $100, добавить, и извините меня, вот разница в рублях. Вы посмотрите на. И взять сразу флагман вот этот, блядь, на пол жизни сразу нахрен, если он быстрее не загнется.
И все. Эту вообще нечего рассматривать. Я не знаю, для чего эта вот игрушка нужна. Вот для чего эта хренотень нужна, я понять не могу. Мне кажется, и вот здесь вот проигрыш именно там, как вот сейчас вот этот флагман 4090. Проигрыш вот этой так же, как 4090. Ее задрали цену, а она почти вровень сейчас идет. А это задранная цена. Тогда взять лучше 4080, правильно? 16-гиговую, плевать там что, 20 гигов, когда это будет? Ну, извините меня, по одной цене 4080, я думаю, будет быстрее по-любому. Вот это личное мое мнение, не судите строго. У меня компании никакой нет, я сам один все здесь ковыряюсь. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.